Через несколько минут в эфир выйдет программа «Военная тайна». Смотрите в программе «Похищение и смерть». Даже среди боевиков были лица, которые готовы были его отбить у своих же. Что на самом деле произошло с полномочным представителем МВД генералом Геннадием Шпигуном? В бой идут одни старики. Я сам немцев стрелял в воздухе. Как сегодня живут прототипы легендарного фильма? Трагические дни. Землетрясения не было неожиданно. Неизвестные факты землетрясения, которое стерло с лица земли армянский город Спитак. Спасение в небе. Американцы не могли поверить. Кто испытывает катапультные кресла для российских ВВС? Выстрел из-за угла. Почему Россия закупает у Израиля оружие, разработанное в нашей стране? Редкие кадры. Мы собирали, скажем так, по крупице. Как зарождались отечественные виды рукопашного боя. Секреты самообороны. Удар рукой. Что делать, если вас преследуют хулиганы? Встретимся после рекламы. В студии РНТВ Игорь Прокопенко. Здравствуйте. 10 лет назад среди бела дня в аэропорту Грозного несколько человек спокойно зашли в салон пассажирского самолета, заломили руки полномочному представителю МВД в Чечне генералу Шпигуну, посадили в машину и увезли. Всякое бывало в российской истории, но с таким циничным беспределом наши силовики, пожалуй, тогда столкнулись впервые. Стоит оговориться, что произошло это в тот короткий период, когда при Масхадове Чечня была практически независимой, хотя и этот факт оправдания тоже слабое. Первые лица государства освобождение генерала Шпигуна объявили делом собственной чести. Однако через год поисков тело полномочного представителя было обнаружено в одном из высокогорных сел, а всю историю засекретили. Сегодня о том, что же произошло тогда на самом деле, рассказывает непосредственный участник этой трагической истории. Чечня, аэропорт Северный, 5 марта 1999 года. Самолет грозненской авиакомпании готовился вылететь в Москву. Когда разрешение на взлет было получено, самолет начал выруливать на взлетную полосу. В этот момент два УАЗика преградили путь лайнеру. Самолет остановился. Пассажиры даже не успели ничего понять, как двое в масках схватили российского генерала и потащили его к выходу. В считанные секунды генерала затолкали в одну из машин и тут же умчались с территории аэропорта в неизвестном направлении. Так был похищен полномочный представитель МВД в Чеченской Республике генерал-майор милиции Геннадий Шпигун. Сегодня уже нет сомнений, что дерзкая операция в аэропорту была спланирована давно. И ее организаторы только ждали момента, когда Геннадий Шпигун соберется в Москву. Дело в том, что в то время аэропорт «Северный» находился под охраной только силовых структур Ичкерии. Во главе охраны стоял некто Магомед Хатуев, бригадный генерал, руководитель пограничной и таможенной служб Ичкерии. Именно его люди вели контроль в аэропорту, и без его участия на борт самолета и на взлетную полосу попасть было невозможно. Те лица, которые занимались похищениями, были его личными друзьями. Не секрет, что Хатуев сам удерживал заложников у себя там дома, на каких-то своих там базах. Как только стало известно о похищении генерала Шпигуна, МВД России немедленно направило в Чечню спецгруппы для освобождения заложников. Группе Казимира Баташева сравнительно быстро удалось выйти на похитителей. Началась оперативная работа по сбору информации о местонахождении заложника, а также о лицах, которые были причастны к этому похищению. Перед вами оперативная съемка, сделанная одним из сотрудников группы. После достаточно долгих согласований бандиты, удерживающие Шпигуна, согласились на встречу с Казимиром Баташевым. Встреча проходила на неподконтрольной федеральным войскам территории. Это было одно из главных условий, а также то, что о разговоре никто не должен знать. Даже среди боевиков были лица, которые готовы были его отбить у своих же и передать в обмен, допустим, на зеленый коридор. Скажем так, вот именно для конкретной взятой группы или в обмен на амнистию. Такие переговоры тоже вели.
Группе Баташева неоднократно удавалось получить информацию о точном местонахождении генерала Шпигуна. Оперативники буквально шли по пятам, но каждый раз операция срывалась, и Шпигуна снова перепрятывали. Мешали разрозненные действия остальных групп, которые параллельно работали по этому направлению. Особенно осложняло работу предательство в рядах Министерства шариатской госбезопасности Ичкерии. Поскольку мы не могли вмешиваться, предпринимать на этой территории какие-то акции силовые, мы были вынуждены делиться этой информацией вот с представителями МШГБ. Надо дать им должное, что они тоже несколько раз пытались провести у себя на территории, организовывали и пытались провести операции по освобождению. Но из-за того, что допускалась определенная утечка информации, генерала вовремя, заранее перевозили, и они практически приходили в пустые адреса. На этих, пожалуй, единственных кадрах генерал Шпигун запечатлен в рабочей обстановке. Он не был публичным человеком, но его знали многие, в том числе и боевики. Генерал Шпигун был одним из тех, кто мог обладать информацией о действиях и планах тогдашнего высшего руководства Ичкерии. Именно из-за этого многие не желали видеть его в республике и даже открыто заявляли об этом. Так, за несколько недель до похищения Масхадов поставил в известность руководство МВД России о нежелательности дальнейшего пребывания Шпигуна в Чеченской республике. Таким образом, Масхадов, вероятно, пытался скрыть истинное положение дел в Чечне. А самое главное – дать боевикам вести подготовку к военным действиям, которые начались в Дагестане, а продолжились в Чечне. После начала боевых действий Шпигуна вывезли в горы, и вести работу по его освобождению стало значительно труднее. К тому же почти полностью поменялась охрана. Многие, кто был причастен к захвату генерала, были убиты. Пришлось искать новые контакты, но похитители сами вышли на оперативную группу и потребовали за генерала Шпигуна выкуп в 15 миллионов долларов. Однако позже, уже при личной встрече, цена была снижена до 7 миллионов. Он мне сказал, что 7 миллионов. Я говорю, а почему 7? Не 5, не 10? Он действительно откровенно рассказал мне. Это, говорит, у нас там между собой, говорит, идут разборки этими между группами этих Арби Бараева, там Самуэла Радуева, Шамиля Басаева. Вот ваша сторона, когда освобождали Власова, ну, это откровенно я вам скажу, уже сколько прошло, отдали, говорит, 6 миллионов долларов. Из них, говорит, 3 фальшивых подсунули. А Арби Бараев сейчас разбирается с теми, которые, говорит, не усмотрев эти вот деньги, почему взяли. И теперь, говорит, вот какая была причина похищения Геннадия Николаевича. Вот он мне рассказывал. Он дал команду или вернуть эти, восстановить 3 миллиона долларов фальшивых, или похитить стоящего человека, который, за которого могут заплатить. Время шло, а Геннадий Шпигун так и оставался в плену. Денег никто не выделил, а вместо этого федеральные войска нанесли по базам боевиков ракетно-бомбовые удары. До последнего момента группа Баташева надеялась спасти жизнь генерала. Однажды Шпигуна боевики даже повезли на обмен, но встреча не состоялась. Опять из-за того же предательства. Когда боевикам стало ясно, что с Москвой договориться не удастся, генерал Шпигун стал не нужен чеченским лидерам. Спустя год после похищения, 31 марта 2000 года, в районе чеченского села Итум-Кале было обнаружено тело Геннадия Шпигуна. Без сомнения, эта история одна из самых позорных страниц в истории нашей страны. Причем я подчеркиваю, не спецслужба страны, потому что там, где замешана политика и очень большие деньги, спецслужбы, как правило, бессильны. Однако перейдем к следующей теме. Как-то совсем не укладывается в голове, что знаменитые фашистские асы Эрик Хартман, Гюнтер Рааль, Вальтер Крупинский не только не сложили свои головы на полях Второй мировой, но и благополучно дожили до наших дней. Например, один только Хартман, этот нескладный юноша с оттопыренными ушами, сбил более 300 наших самолетов. До недавних дней он и его товарищи с удовольствием рассказывали о своих подвигах у себя на родине. Нам показалось это несправедливым, и мы нашли человека, который в небе давал прикурить Хартману и даже сбивал самого Гюнтера Рааля. Виталий Попков, он, кстати, является прототипом маэстро в знаменитом фильме «В бой идут одни старики» и его вчерашние именитые противники в нашем следующем репортаже.
Лето 43-го года. Накануне решающего сражения на Курской дуге на аэродроме, расположенном недалеко от города, приземлились несколько немецких самолетов. Сюда, в район предстоящей битвы, прилетела специальная эскадрилья Люфтваффе. В ее состав входили те, кого называли асами Геринга. Первый среди них – майор Вальтер Крупинский, по прозвищу «Щитовод», сбивший к тому времени 197 самолетов. Его ведомым был Эрик Хартман. К концу войны на счету капитана Хартмана окажется 352 сбитых самолета. А в послужном списке вот этого человека, Герхарда Бергхорна, в конце боев окажется 302 самолета, причем 301 – советский. Именно им, по замыслу Гитлера, предстояло очистить небо на Восточном фронте перед битвой на Курской дуге и обеспечить превосходство в воздухе. Против немецких асов советское командование бросило в бой своих лучших летчиков. Это была эскадрилья героя Советского Союза старшего лейтенанта Виталия Попкова. Еще в начале 43-го года Леонид Утесов передал в дар эскадрильи два самолета, ведь это была та самая поющая эскадрилья, о которой снят фильм «В бой идут одни старики». На самолете со скрипичным ключом и нотным станом на борту летал сам маэстро Виталий Попков. Но помимо этого рисунка, на фюзеляже его боевой машины были выведены 13 звездочек. Я сам немцев стрелял в воздухе, и к этому времени у меня их было 13 сбитых. И те, и другие были готовы к предстоящему бою. Все лишь ждали команды поднять свои машины в воздух. На тот момент самый богатый список сбитых самолетов был у Гюнтера Рааля. Вот как характеризует немецкого аса сам Виталий Попков. Он в нашем полку сбил 10 самолетов. Ну, летчик экстракласса немецкий, по его словам, у него было около 250 сбитых самолетов. Русских, американских, английских, значит, общее число. Но он зазнайка был, потому что он был в Ялте. В Ялте ему Гитлер вручил рыцарский крест с дубовыми листьями, с мечами и бриллиантами. И надо же такому случиться, что в одном из первых воздушных боев в небе над Курском схватились маэстро и кавалер бриллиантового креста Гюнтер Рааль. Немецкий летчик с нескрываемым волнением вспоминает о том бое. Во время Курской битвы я пережил, пожалуй, самые страшные минуты своей жизни. До сих пор с ужасом вспоминаю тот день, когда находился на волосок от гибели. В один из дней Курской битвы я со своим ведомым совершал полет над территорией русских войск. Вдруг на горизонте, на большом удалении от нас, появились две точки. Они двигались с запада на восток, но я никак не мог определить, что это за машина. Рааль принял советские самолеты за новые Фокеры. Немцев смутило и то, что русские летели с запада. Используя эффект неожиданности, советские летчики бросились в атаку. Поняв, что произошло, немцы попытались уйти от столкновения. Но ни стремительные пике, ни крутые виражи, ни другие изощренные маневры не помогали. Русские вцепились, что называется, мертвой хваткой. Попков дрался с Раалем. В какой-то момент очередь, выпущенная маэстро, достала самолет немецкого аса, и тот задымился. Советский летчик вышел победителем в том воздушном бою. А Гюнтер Рааль, с трудом дотянувший до своих, сразу попросил перевода на Западный фронт. Слишком велико было потрясение от встречи с маэстро. Немецкие асы поклялись отомстить русским за своего товарища. И уже на следующий день такая возможность представилась счетоводу Вальтеру Крупинскому. Я вылетел на боевое задание с одним из своих напарников. Внезапно мы наткнулись на группу советских истребителей, состоявших из 7 или 8 машин. Я потерял из виду напарника, пропали и все русские самолеты, кроме одного, который тут же вступил со мной в воздушный бой. Я поначалу растерялся, так как толком не представлял, что произошло. За штурвалом этого самолета был Виталий Попков, маэстро. Советские и немецкие асы схлестнулись в смертельной схватке. Каждый из них пытался занять выгодную позицию для атаки. Это был опытный летчик, и я никак не мог сесть ему на хвост. Более того, мне приходилось отбиваться от его настойчивых атак. Тогда я принял единственно верное решение.
ждать, пока у противника не кончится топливо. В моем баке его было достаточно. Так оно и вышло. Через несколько минут русский вдруг вышел из боя и взял курс на свою базу. Я зашел ему в хвост и открыл огонь. Самолет задымился, но летчик выпрыгнул из кабины. Неизвестно, как сложился бы бой, если бы у советского летчика не кончилось горючее. Крупинский не смог победить маэстро в открытом бою, а взял измором, все тщательно рассчитав. Может быть, за эту расчетливость его и прозвали счетоводом. Попков сумел выпрыгнуть из горящего самолета, но приземление едва не стоило ему жизни. Парашют раскрыл, парашют, так как он был в кабине, я на нем сидел, он обгорел весь. Он, значит, скорость погасил, а потом лопнул, завертелся так, значит. Ну, я падал в болото, там росла сосна большая, зацепился за сосну, стропами ломал сучья, и потом все равно метра на три ушел в это самое, в болото, по стропам вылез. Благо, сосна крепко держала полусгоревший парашют, и пешком шел. Выбравшись из болота, Виталий Попков оказался в расположении своих, в пехотной части. А потом были и тост за содружество войск, и за победу. Была и лошадь, которую выделили герои Советского Союза в качестве транспортного средства. В общем, все, как показано в фильме, в бой идут одни старики. Остается только добавить, что сбивали Попкова 4 раза, и он каждый раз возвращался в строй. На его счету более 30 сбитых самолетов, и 10 из них – те, которые пилотировали асы Геринга. Сейчас мы уйдем на рекламу, но когда... год назад в Армении произошло землетрясение, которое унесло десятки тысяч человеческих жизней. Многие факты этой трагедии все это время умалчивались, и лишь сегодня мы имеем возможность рассказать о том, что же происходило в те трагические дни в Армении на самом деле. Те страшные декабрьские дни 88 года, когда земля буквально разверзлась под ногами, жители Северной Армении хотели бы забыть, как страшный сон. Землетрясение буквально смело с лица земли городок Спитак. А в городе Ленинакане под обломками домов были погребены десятки тысяч людей. Лишь спустя 20 лет удалось восстановить полную хронологию тех трагических событий. Расследовать от начала до конца обстоятельства катастрофы, которые много лет скрывались. Утро того обычного дня, казалось, не предвещало ничего страшного. Кто-то, как обычно, отправился на работу, кто-то поспешил по домашним делам. Зашевелился рыночный квартал. Только дети уже были за партами. Город просыпался не спеша. Но часы на городских зданиях уже отсчитывали последние мгновения, отделяющие жителей Спитака, Ленинакана, Кировакана, Степанакерта и десятков других городов и селений Северной Армении от жизни и смерти. Для специалистов, сейсмологов, землетрясение не было неожиданным. А Армения находится в одном из активных районов, тектонически активных районов мира. 1 000 000 лет назад были землетрясения, и еще несколько миллионов лет обязательно будут землетрясения. Но когда, именно в какой период будет землетрясение, к сожалению, до сих пор не знает никто. В недрах планеты уже зарождался гигантский разлом, который вскоре разверзнет землю Армении. Потом сейсмологи признают, что были сделаны серьезные ошибки в расчетах, которые стали одной из причин огромного количества жертв. Как открытый перелом, он надолго ляжет шрамом на армянских предгорьях. В городке Спитак, который был буквально сметен со склонов живописной долины, дрожь земли услышали за день до главного землетрясения. Сначала на города и села обрушились вертикальные толчки, заставившие дома буквально подпрыгнуть в воздух. Несколько секунд земля ходила ходуном, а дороги и площади буквально пошли волнами, как море во время мертвой зыби.
водитель закрыл двери, должен был талибы сдвинуться, и он начал прыгать на месте. Это огромная махина, весом, наверное, 10-11 тонн, прыгал на месте, как обычный мячик. Я повернулся направо, увидел, как с соседних зданий начинают падать камни, и все стало очень-очень серым, и буквально на расстоянии вытянутой руки ничего не было. Те, кто успел выскочить из домов на улице, не могли стоять на ногах. Вертикальные толчки сменились горизонтальными. Земля как будто пыталась сбросить людей со своей поверхности. Однако сразу мало кто сообразил, что это землетрясение. Многие подумали, что началась война и город бомбят. Армения была втянута в территориальный спор с Азербайджаном, который перерос в вооруженный карабахский конфликт. Не стихии опасались армяне, а своих врагов. Но вслух об этом не говорили ни тогда, ни потом. Люди в завалах ждали немедленной помощи, но спасатели прибыли не сразу. Железная дорога перекрыта из-за карабахского конфликта. Аэропорт не в состоянии принимать самолеты. Первыми на помощь пришли пограничники и военнослужащие 102-й военной базы, расположенной под Ленинаканом. Первыми сразу после землетрясения на спасательные работы даже не в военный городок, где жили офицерские семьи, а к детским садам, яслям, значит, в школы, в больницы были войска направлены из этой дивизии. Хотя землетрясение также застало их врасплох на службе, военные быстро сообразили, что никакая это не бомбардировка, и принялись спасать людей. Тысячи жителей были погребены под завалами. Многие были живы. Пока живы. Пошли самые дорогие минуты, отделяющие жизнь от смерти. Для того, чтобы разблокировать со стороны Азербайджана район стихийного бедствия для эшелонов помощи, пришлось действовать методом ультиматума, почти по законам военного времени. Так ведь какая была блокада объявлена нашими же друзьями-азербайджанцами, что эшелоны не могли прорваться в Ленинакан. Идет эшелон, значит, блокируется, не пускают и так далее. Говорят, давайте мы на тепловозы там или паровозы ставим, значит, наши пулеметы, гранатометы и предупреждаем. Если вы не уйдете с рельсов, мы открываем огонь. Требовались абсолютно экстренные меры, чтобы не усугубить последствия катаклизма, а также спасти тех, кто еще оставался в живых. Но в Ереване партийные деятели молчали, видимо, находясь в ступоре от неожиданности ситуации. Весть о землетрясении застала врасплох и высшее руководство Советского Союза. Глава государства Михаил Горбачев в это время находится в очередной поездке за границей, в США. Он немедленно прерывает свой визит и возвращается в страну. В Армению прилетит и он сам, и председатель Совета министров Николай Рыжков. Вид разрушенных городов потрясает до глубины души даже видавших виды государственных мужей. По подсчетам ученых, во время землетрясения в зоне разрыва земной коры была высвобождена энергия, эквивалентная взрыву 10 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. А волна, вызванная землетрясением, обошла весь земной шар и была зарегистрирована сейсмографами в Европе, Азии, Америке и даже в Австралии. Однако к следующей теме. Хотите верьте, хотите нет, но согласно недавно проведенным исследованиям, самым безопасным видом транспорта считается боевой истребитель. Что позволяет летчику выходить живым из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций, об этом наш следующий репортаж. Видно уже машина начинает проехать вправо. Дальше уже я был обречен. Максимально отклонив там рули, у меня была проблема только одна. Сделать так, чтобы самолет не ушел на публику. Вот. Значит, вот здесь было принято решение на катапультирование. Специалисты в один голос, отмечая мастерство и реакцию пилота, все же сходились во мнении, что Квочур не погиб лишь чудом. Однако эксперты не предполагали, что это чудо можно потрогать руками. Вот оно, катапультное кресло К-36. Не будь его, шансов спастись у летчика не было бы вообще. А на этой фотографии летчик-испытатель написал благодарственные слова конструктору катапульт.
На этих кадрах вы видите, как проходили испытания этого новейшего кресла на специальном полигоне. Конструкторы пытались добиться от катапульты максимальной эффективности при возникновении нештатных ситуаций. Здесь, на разгонном рельсе, проверялись новейшие хитроумные приспособления, которыми было снабжено кресло и которые делали катапультирование безопасным. Прежде всего, нужно было отказаться от традиционных конструкторских решений, которые применялись как нашими строителями катапультных кресел, так и американскими и англичанами. Прежде всего, нужно было создать устойчивую аэродинамическую компоновку кресла. То есть после разделения с самолетом это кресло продолжает лететь в такой вот устойчивой конфигурации, не вращается, не болтается. Уникальная система автоматического катапультирования была установлена на самолетах с вертикальным взлетом фирмы Яковлева. Сейчас на ваших глазах произойдет катастрофа. Палубный Як-38 неожиданно взрывается во время посадки. Обратите внимание на эту маленькую точку. Это пилот самолета, который смог катапультироваться уже из разваливающейся и объятым пламенем машины. Летчик остался жив. Были курьезные случаи, когда летчики даже не замечали, что у них происходит отказ подъемно-маршевого двигателя. И в это время у них, значит, их автоматическая система срабатывала, они спасались. И потом, значит, они с радостью узнавали, что они, как бы, человек не смог реагировать на возникающий, так сказать, момент, а техника срабатывала и спасала. В середине 90-х проводилась специальная программа по сравнительной оценке российских и американских средств спасения. И оказалось, что предельно допустимой скоростью для катапультирования у американских летчиков считается 600 км в час. Причем после этого их, как правило, приходится списывать с летной работы. На тех режимах, на которых они уже ставят как бы красные точки, говорят, что здесь опасно, мы совершенно спокойно проходили без различных проблем. Причем мы катапультировали в различных положениях, то есть начиная от больших углов атаки, начиная с большими углами крена, начиная, значит, или вернее, заканчивая наличием угловых скоростей, что довольно по себе является уникальным способом. Вот, и во всех этих режимах мы показали однозначно. Причем катапультировали, опять же, на максимальной скорости, включая 1400 км в час. Великолепный результат. Американцы не могли поверить. Представьте, что испытывает человек, которому пришлось выпрыгнуть из поезда на скорости 140 км в час. Если даже он и останется жив, то вряд ли когда-нибудь снова сядет в поезд. А здесь скорость в 10 раз больше. Однако 98% летчиков, которым пришлось воспользоваться уникальной системой катапультирования, вернулись к полету. А на этих кадрах вы видите, как проходит испытание катапульты для стратегических бомбардировщиков Ту-160. Здесь катапультные кресла оборудованы специальной системой разведения траекторий. При этом требуется всего одна секунда, чтобы экипаж двумя парами покинул самолет. К-36 до сих пор остается лучшим в мире катапультным креслом. Сейчас вы увидите, как срабатывает система катапультирования на одном из самых быстрых самолетов в мире – МиГ-31. Благодаря ей у летчиков, пилотирующих такие машины, всегда есть шанс на спасение. А в качестве подтверждения вот эти кадры. Кажется, что у пилотов истребителя нет ни одного шанса остаться в живых. Но катапульта выстреливает, и над горящими обломками самолета раскрываются купола парашютов со спасенными летчиками. Именно такие современные средства спасения и делают наши военные самолеты одними из самых востребованных на мировом рынке вооружения. Слово «катапульта» мы всегда воспринимаем как синоним слову «спасение». Однако на самом деле процесс катапультирования, то есть покидания самолета, очень опасен и очень сложен. И испытатели авиационных катапульт по праву считаются элитой отряда летчиков-испытателей. Однако перейдем к другой теме. Много десятилетий армии разных стран бились над созданием оружия, которое позволило бы вывести бойцов спецназа из-под огня. Именно такое оружие удалось разработать Израилю, и теперь спецназовцам нет необходимости подставлять свои головы под прицелы. Совсем недавно Россия закупила первые образцы этого оружия для стрельбы из-за угла под названием «Корнершот». Самое обидное, что в основу израильских разработок легло отечественное изобретение, которое, к сожалению, было отвергнуто нашими военными как неперспективное. Это рекламный ролик уникального стрелкового комплекса «Корнершот».
который позволяет бойцу вести огонь из укрытия и не попадать под прицел. Какая-то угроза. Кто-то за углом. Показываешь оружие, показываешь только малую часть и не показываешь свое тело. Это корнершот, новое складное оружие для ближнего боя, разработанное в Израиле. Переднюю часть, в которой закреплены пистолет и мощная видеокамера, можно поворачивать в любую сторону. А вот монитор и спусковой крючок для безопасности стрелка выведены в заднюю часть. Прицельная дальность небольшая. Это все-таки пистолет, а не карабин. Но зато стрелок не попадает под пули. Разработки этого стрелкового комплекса велись в Израиле на протяжении нескольких лет. Все вложения оправдали себя с лихвой. Успех Cornershot стал ошеломляющим. Пробные партии закупили уже 15 стран, в том числе и Россия. Министерство внутренних дел в прошлом году приобрело 21 комплект израильского чудо-оружия. Но мало кто знает, что мы заплатили Израилю за вооружение, которое было изобретено в России. При разработке Cornershot спецслужбы Израиля позаимствовали идею у прапорщика в отставке Александра Голодяева. Марсен Иванович, сейчас хорошо меня видите? Да, вы подняли левую руку. Ну вот благодаря этому простому устройству воронежский конструктор Александр Голодяев сам попал под прицелы иностранных спецслужб. Именно его изделие было использовано при создании израильской системы Cornershot. Приспособление Александра Голодяева – это гибкая оптическая трубка. Сейчас такие используют при эндоскопии, диагностике кишечника. Сам стекловод крепится к оптическому прицелу или непосредственно к стволу. А объектив фиксируется у глаза, которым прицеливается стрелок. Шапочка на меня уже отрегулирована. Я ее одеваю так, чтобы у меня правый глаз был напротив объектива. И я вижу, куда наведено оружие. С помощью оптической насадки Голодяева убить противника можно, не вылезая из окопа. Достаточно просто положить оружие на бруствер или другую преграду, отделяющую вас от цели, и он уже у вас в прицеле. Конструктор сделал несколько насадок с однократным и трехкратным увеличением для разных видов оружия – АК-74, карабина СКС и даже гранатомета РПГ-7Н. Благодаря усовершенствованию оптические трубки стали ударопрочными и выдерживают попадание пули любого калибра. То, чтобы видеть вертикальный грунт, можно достаточно просто повернуть непосредственно сам окуляр. То есть это не влияет на, непосредственно на качество стрельбы. Для стрельбы из-за угла, когда нет упора для руки, держащей оружие, Голодяев предложил использовать складные ножки собственной конструкции. Впервые в деле изобретение воронежского изобретателя опробовали на полигоне местного ОМОНа. Вот уникальные архивные кадры тех испытаний. Я точно беру по центру. По черной мишени. Там не видно попадания? Нет, конечно. Вслед за изобретателем оружие опробовали и сами ОМОНовцы. Вот боец ведет огонь из снайперской винтовки Драгунова. Результаты впечатляющие. Из 15 выпущенных пуль с дистанции в 100 метров половина попала в центр мишени. Через несколько месяцев изделие Голодяева прошло проверку и в реальном бою. Две оптоволоконные насадки снайперы воронежского спецназа ГРУ и ОМОНа взяли с собой в Чечню. Когда я задал прямой вопрос, вы применяли данное устройство? Он, да, применял. Под обстрелом? Да, под обстрелом. По огневым точкам? Да, по огневым точкам. Огневые точки продолжали стрелять? Нет, они подавлялись. Тогда, в 96-м, на изобретение Голодяева обратили внимание высокие военные чины. Командованием 20-й общевойсковой армии, дислоцированной в Воронеже, разработка была признана необходимой для вооруженных сил. Судьбу приспособления воронежского прапорщика должны были решить испытания на центральном полигоне Министерства обороны под Ржевом. Они длились месяц. Голодяев пробыл там всего неделю. На большее не хватило денег. Но уезжал со спокойной душой. По первым результатам, точность стрельбы с насадкой и без нее были абсолютно одинаковыми. Но окончательный вердикт испытателей стал неожиданным и для него. Через месяц мне прислали протоколы, которые я вам передал. Вот. И первый протокол, и второй протокол, в котором написано, что все плохо, что уже стрельба с ночным прицелом является плохой, то есть в два раза хуже и так далее. На родине разработка воронежского конструктора оказалась никому не нужна. Зато ей активно интересовались за границей. К изобретателю приезжали специалисты силовых структур Великобритании и Канады. Александр Иванович и по сей день бережно хранит их визитки. Наиболее настойчивым оказался представитель израильской полиции. После переговоров отчаявшийся Голодяев
согласился передать ему одну из насадок для детального изучения. Через 6 месяцев они мне возвращают данное устройство в целости и сохранности. И еще месяцев через 4-5 месяцев пошла публикация, что израильская спецслужба Адам Голан разработал свой так называемый ружье для стрельбы из укрытия. По словам Голодяева, корнершот, конечно же, является самостоятельной разработкой. Но при ее создании израильские специалисты опирались на российское изобретение. При этом, правда, существенно его переработок. Российский изобретатель не понимает, почему этого нельзя было сделать в России. Патенты на оптоволоконную насадку и другие изобретения, которые, кстати, безо всяких усовершенствований сейчас работают за рубежом, прапорщик в отставке повесил в туалете. Голодяев шутит, что для разработок, которые на родине выкинули в мусорную корзину, это самое подходящее место. Борьба Александра Голодяева длилась 7 лет. Конструктор заработал на этом только инфаркт и инвалидность. Однако он продолжает верить в то, что его изобретение перейдет в подразделение спецназа, где они так необходимы. Надеемся на это и мы, поскольку простота и эффективность устройства для безопасной стрельбы, например, мне, кажется несомненной. Сейчас мы уйдем на рекламу, но когда... Василий Ощепков, основатель отечественного рукопашного боя, человек-легенда, память о котором много лет в нашей стране пытались вытравить. Нам удалось разыскать единственную кинозапись Ощепкова, и сейчас мы вам ее покажем. Это единственный сохранившийся экземпляр кинохроники 1935 года. На ней запечатлен первый отечественный дзюдоист, русский разведчик Василий Сергеевич Ощепков. Он постигал основы дзюдо в той стране, где оно было создано. С благословения своего духовника, отца Николая Японского, он учился у самого основателя дзюдо Дзигара Кана. В 1911 году он отправился в школу мастера в Токио. Спустя несколько лет после Цусимы и Порт-Артура русский в японской школе мог быть только мальчиком для битья. Ощепков не только все вытерпел, но и в 1913 году получил из рук Дзигара Кана черный пояс. А через год уже в России он собрал для обучения первую группу дзюдоистов. После того, как в 1937 году Ощепков был репрессирован, любые упоминания о нем были уничтожены. В связи с тем, что судьба такая трагическая, осталось не очень много. Мы собирали, скажем так, по крупице, и вот из того, что осталось, мы бережно храним. Это демонстрационный нож Василия Сергеевича Ощепкова. Подписанный лично им, дару ветеранов. Сергей Косоротов – продолжатель дела Ощепкова. Этот нож и немногие другие реликвии хранятся в созданном им музее боевых искусств. Там же находится, например, вот эта скульптура основателя дзюдо Кана Дзигаро, копия работы скульптора Рукавишникова, оригинал которой был подарен Владимиру Владимировичу Путину. Сергей – чемпион мира и Европы по дзюдо, но он уверен, что из техник спортивного дзюдо можно восстановить их изначальный боевой смысл. Физические кондиции позволяют трансформировать спортивное дзюдо в боевое искусство. Вслед за Ощепковым Косоротов уверен, что дзюдо – полноценное боевое искусство. Здесь есть не только болевые и удушающие, например, такие, но и удары, в том числе по уязвимым точкам. И даже вот такие смертельные приемы. Всю свою жизнь Косоротов посвятил единоборству, в том числе исследованию их истории. Именно он после долгих поисков обнаружил уникальную хронику Ощепкова. Он, как и многие специалисты, полагает, что именно с Василия Ощепкова началась история боевых искусств в России. Первым человеком, который признал заслуги Василия Сергеевича, познакомившись с его трагической историей, был Йон Блюминг, 10-й дан. Карате, 9-й дан, кадакан дзюдо. Он, прослезившись, сказал, что он достоин вручения 10-го дана посмертно, что и было сделано. Ощепков организовал и первые в мире международные соревнования по дзюдо между русской и японской командами. Хроника, снятая всего за 2 года до гибели мастера, запечатлела, как Ощепков ведет занятия, показывая технику самозащиты, в том числе и защиты от оружия. К сожалению, даже то, что Василий Ощепков был инструктором в системе НКВД, не спасло мастера от репрессий. Но Ощепков
оставил после себя главное – школу и учеников. А ученики сохранили память о мастере. Многие считают, что именно Щепков создал советскую борьбу самбо. Так ли это, мы вряд ли когда-нибудь узнаем наверняка. Мастер был репрессирован за несколько лет до того, как появилось само слово «самбо». Но фактом является то, что именно из школы Щепкова вышли первые самбисты. Остается лишь добавить, что Василий Щепков заложил прочную основу для развития борьбы дзюдо в Советском Союзе. Он создал целую школу высококлассных специалистов, которые за два последующих десятилетия своего отрыва от мирового дзюдо смогли не только сохранить, но и творчески развить щепковскую систему. Однако двинемся дальше. Что делать, если вы убегаете, а преследователь быстрее вас? Как сохранить жизнь и здоровье в неравной схватке? Об этом прямо сейчас Юрий Кормушин. Искусство защиты от ударов, способы блокировки, уклонений и уходов – это первое, о чем стоит задуматься, если вы хотите сохранить свою жизнь на улице. Большинство мирных граждан не способны и не готовы защищаться. Об этом говорит и статистика преступлений, и данные различных исследований. Значительное число нападений и драк на улице начинается настолько неожиданно, что обычный человек просто не успевает ничего сделать для своей защиты. Но все ли так безнадежно? Специалисты в области безопасности считают, что шансы успешно защититься возрастают, если человек знает технику защитных действий и хотя бы какое-то время потратил на тренировки. Итак, с самого начала. Если вы ничего не умеете, но хотите защищаться, то уклон и уход от удара – это одни из самых надежных способов защиты. Смотрите. Отскочить назад можно от любого удара. Смотрите, удар рукой. Мы отскакиваем на небольшое расстояние. И удар ногой. Мы отходим назад на чуть большее расстояние. Попробуйте. Техника уходов доступна абсолютно каждому. Попробуйте и убедитесь в этом сами. Техника уклонения и уходов в сторону более сложная, чем просто отход назад. Но часто ее необходимо уметь применять, если нет возможности отскочить. Например, у стены дома. Кроме того, уклоны и уходы в сторону дают прекрасную возможность сразу контратаковать преступника, чтобы не дать ему продолжить нападение. Боевые искусства на протяжении всей своей истории ищут самые эффективные и надежные способы защиты. В каждой школе единоборств есть предпочтение для определенного вида техники. Условно считается, что есть жесткие способы и мягкие приемы защиты. Существуют самые сложные, изощренные блоки и захваты. И наоборот, предельно простые. Многообразие видов боевых искусств дает возможность поклонникам различных школ выбирать и заниматься тем, что больше по душе. Если на вас нападают, и уйти или уклониться от удара нет возможности, то атаки нападающих нужно блокировать. Это часто бывает очень сложно, но реальность не оставляет нам другого выбора. Технику парирования ударов можно условно разделить. Вот таким образом отбивается удар. А вот так блокируется. Удар ногой в живот или пах можно остановить стопой. Отбивать и блокировать можно не только атаки руками, но и мощные удары ногой. Какой бы способ парирования ударов ни применялся, принципы остаются неизменными. Прямые удары отбиваются, а круговые останавливаются в начальной стадии движения. Техника защиты руками очень разнообразна, и каждый специалист по рукопашному бою может порекомендовать свои варианты. Но для начинающего знакомиться с приемами самообороны наиболее удобны отбив ладонью прямого удара, блокировка круговой атаки в месте локтевого сгиба и остановка удара в пах стопой по голени.
как бы мы ни надеялись на лучшее, к сожалению, приходится признать, что преступники чаще всего для нападения используют оружие. Справедливости ради нужно сказать, что голыми руками от нападения с оружием защищаться очень трудно. Поэтому, если под рукой есть какой-нибудь предмет, то нужно попытаться приспособить его для защиты. Например, сумка или портфель. Портфелем можно отбивать удары оружия и атаковать самому. Самое примечательное, что даже обыкновенный полиэтиленовый пакет можно использовать для защиты от оружия. Вот смотрите, наносится удар ножом, блокируем, вот так прижимаем, и дальше можем наносить удары. В пакет можно положить любой предмет, даже если это будет пустая пластиковая бутылка. И уже этим импровизированным оружием можно наносить отвлекающие удары по лицу. В слове «самозащита» ключевое понятие именно «защита». Уже одно это лишний раз доказывает, что любому человеку в первую очередь необходимо научиться технике защитных действий. И помните, никто не сможет защитить вас лучше, чем вы сами. На этом программа «Военная тайна» закончена. В студии РНТВ был Игорь Прокопенко. До встречи в следующую пятницу в 22:00 и в субботу в 13:00.